Привет, когда мы сегодня поговорим снова про нашу Шкоду. Один из моих подписчиков написал, что Станислав говорит, ты начал обсирать 98-й бензин. После зимы у меня на 98-м бензине был больше расход, чем на 95-м. И он написал так, я, говорит, только из-за тебя начал заправлять 98-й бензин, а сейчас ты говоришь, что оно говно. Я, ребята, не говорю, что оно говно, я говорю, что TSI, весь вак, практически весь вак закошен, турбированный вак. На 98-м бензин, на 98-м бензине машина показывает максимальные показания. И я всегда проверяю все на себе, на своей машине. Сейчас мы заново начинаем. Видите, у нас дата. Заново начинаем заправлять 98-й бензин. Цена его 48 рублей 30 копеек. Цена лукойловской сотки 52 рубля 40 копеек. Это простой 98-й бензин. На данный момент у меня показания на 95-м бензине, как видите, с момента заправки 7,1 литра, 137 км, все-таки показатель, почти все это город, грубо говоря, процентов, ну, километров 30 я проехал по, ну, межгороду. С момента пуска 6,4 на 95-м, наездил нормально, так то, что есть такой обгон сделал, что лучше никому про это не знать. И за длительный период 174 километра 7,4 литра. Это на 95-м бензине с периодической, таким, как сказать, ну не тапка в пол. Ну, кстати, сейчас недавно тестировали новую трассу. Если все стрельнет, будет огонь, заезд будет. Но если соперник не испугается, пока боится. Там я топнул так, что ого-го, топ-гир, завидовать будет. Все безопасно, закрытая трасса. И посмотрим сейчас, что покажет нам 98-й бензин. На данный момент у меня как раз специально поджег бак, чтобы как можно меньше. Но первые 100 км будут не совсем правильные, поэтому их просто сожгем первые 100 км, первые 10 литров 98-го. И потом снова зальем 98-й, чтобы было почище. И посмотрим, насколько 98-й бензин в данный момент, в данное время и на данной заправке будет лучше. Просто мой... Видеть такое, что на тот момент бензин на этой заправке был хуже, чем год назад. Потому что год назад показания были наоборот. На 98-м бензине был расход на литр меньше, чем на 95-м бензине. Проверяем, тестим, все проверяем на себе. Потом вам следите за обзорами. Скоро будет очень много всего интересного. Но как всегда, самое интересное, только по пятницам ставим лайк, подписываемся на канал и ставим звоночек в правую... углу экрана, чтобы быть в теме, не пропустить. Кстати, будет конкурс, следите. Подарок еще не купил, но мы за него, вернее, вы за него голосуете в нашей группе. Зайдите, посмотрите. И, кстати, за все остальное тоже голосуйте. Там планы очень большие. Ждите, все будет хорошо. Уже заправилось. 10 литров 98-го в байке. Все началось. Итак, дальше продолжаем, вернее, начали наш тест, очередной летний тест 98-го бензина, потому что у нас всего одна заправка 98-го бензина в городе. Вы можете заправиться где угодно, это ваше право, как их эти заправочные бренды. Дело такое, товарищи, что экономия на топливе, вы не только портите двигатель, но, ребята, вы сами себя лажаете. На 98-м бензине TSI показывает максимальные свои мощности, на 95-м мощность меньше, это я вам показывал на графиках. На 92-м бензине, кроме постоянной борьбы с детонацией вашего двигателя, вы получите вместо 150 лошадей, грубо говоря, 120, если не 110. Вы сами себя лажаете, товарищи. Подумайте об этом. И не только детонация, там и порча поршней, там много чего еще. Смотрите канал и будете в теме. Умнее вместе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки еще раз и нажимаем на звонок, чтобы не пропустить ничего.